Традиционно в пригороде Вашингтона в штате Вирджиния в канун Рождества проходит необычный праздник. Санта-Клаус становится на водные лыжи и катается по реке Потомак. Вместе с главным рождественским персонажем водную гладь рассекают снеговики, эльфы и олени, а вдогонку за ними на скутере мчится Гринч, похититель Рождества. Веселое праздничное шоу моста Вудро Вильсона, соединяющего штаты Вирджинии и Мэриленд, проводится уже 32-й год подряд. Принять участие в заплыве может любой желающий. Для этого необходимо стать членом специального клуба Санты, уметь кататься на водных лыжах, иметь подходящий наряд, а самое главное, не бояться холодной воды, температура которой сегодня составляет всего 6 градусов по Цельсию. А самое главное, нужно свято соблюдать первое правило клуба Санты – никому не рассказывать о клубе Санты. Все организаторы и участники представления – волонтеры, причем их имена не разглашаются. Это шоу прежде всего для местных жителей. Никто, включая меня, не может прославиться за счет этого шоу. Мы делаем это для детей и их родителей. Мы хотим заставить людей улыбаться, потому что в этом мире столько всего негативного. Мы хотим приносить радость. Все началось в 1986 году, когда группа друзей собралась вместе, чтобы решить, как интересно провести Рождество. Кто-то предложил сумасшедшую идею – одному из них нарядиться в костюм Санты и в сочельник прокатиться по Потомаку на водных лыжах. Счастливчика определили с помощью вытягивания соломки. Самая короткая оказалась у местного предпринимателя, который сейчас называет себя почетным Сантой. Забаву решили повторить на следующий год. На этот раз заплыв транслировало уже и местное телевидение. Несмотря на холодную дождливую погоду, на набережной Александрии собралось немало зрителей. Для местных жителей это традиция, на которой выросло целое поколение, а для города прекрасная возможность привлечь туристов и попасть в выпуски теленовостей. Организовать шоу помогают около полусотни добровольцев, владельцы лодок, костюмеры, декораторы, спасатели. Репетиции будущего шоу проводятся еще летом, когда вода теплая. Участники шоу радовали зрителей невероятными трюками, а вот выход одного из оленей не задался. Он, на радость публики, не удержался на скутере и рухнул в воду. Больше всего положительных эмоций от представления было, конечно же, у детей. Олени прекрасно выступили, Санта выступил потрясающе. Я с лодки видела реакцию людей, все получили удовольствие. После оригинального представления на воде, Санта, миссис Клаус, Гринч и все друзья Санты с радостью пообщались и сфотографировались со всеми желающими. Максим Москальков, Сергей Москалев, Александрия, Вирджиния.